Кожна жінка мріє про довгі та об'ємні вії. А як зробити свій погляд більш виразним, знає наша сьогоднішня гостя. І сьогодні до нашої студії завітала власниця студії краси Lashes Kulik & Studio, майстер з нарощування вій Ганна Кулик. Добрий день, Ганна. Доброе утро. Скажіть, як давно ви стали майстром з нарощування вій? Ну, опыт работы именно в бьюти-индустрии у меня 9 лет, а непосредственно работа с наращиванием ресниц – это 8 лет. Какие есть одразу противопоказания для наращивания? Ну, противопоказанием является несколько факторов. Одним из них – это чувствительные глаза, такие, как у меня, потому что часто я слышу такой вопрос, что я обучаю, я наращиваю ресницы, но при этом сама не хожу с наращенными ресницами. И когда глаза чувствительные, это реагирует на ветер, на мороз, на солнце, когда часто слезы, обильное частое моргание. Это тоже является одним из противопоказаний. Одним из самых таких основных – это, конечно же, аллергия. Если есть аллергия на какой-то компонент, который содержится в клее, потому что, как правило, аллергия не на ресницы, не на материал, а на клей, то тогда не стоит, конечно, наращивать и подвергать риску свое здоровье, потому что часто девочки надеются до последнего, что аллергия пройдет, или если выпить таблетку, иногда даже прибегают к таким мерам, что сделать укол антигистамины, но все равно, если аллергия есть, то она проявится, и это только вред. И думаю, что не стоит рисковать и вот ради красоты жертвовать своим здоровьем. Аллергия – это почервоніння, набрякання? Она по-разному проявляется, да. Это опухание век, это воспалительные процессы начинаются. Очень легко подвергнуть такие глаза, уже воспаленные от аллергии, к инфекционным заболеваниям. Поэтому выглядит это не очень эстетично, не очень симпатично. Плюс в таком случае ресницы нужно сразу же снимать, не лечить с наращенными ресницами и обращаться к врачу, еще и назначать лечение, проходить курс лечения. А вы скажите, аллергия проявляется одразу же после наращивания, або через якийсь деякий час? Аллергия, она бывает мгновенная, а бывает накопительная. Мгновенная – это когда во время процедуры уже клиент подает первые признаки того, что начинает какая-то аллергическая реакция. Это может быть першение в горле, это может быть кашель, это может быть обильная слезоточивость. Если же не мгновенная, то она может проявиться на вечер, на утро. А иногда бывает такое, что аллергии не было пару лет, а на какой-то не самый лучший момент, да, аллергия проявляется. То есть девушка может наращивать 2 года, 3 года, но накапливается тот компонент, на который идет аллергия, и там на 20-й, на 30-й раз может она проявиться. Ну, про стоп-фактори усі зрозуміли, дівчата, спостерігаємо за собою, за своєю реакцією шкіри, і давайте про красу все ж таки. Як зрозуміти, яку довжину собі зробити, як буде гарно? Знаєте, хочеться ось такі великі, ось такі довгі. А чи потрібно взагалі таке робити? Як порекомендуєте, як майстер? Ну, якщо ви пам'ятаєте, як все починалось, то це були дуже довгі ресниці, вони були низького качества, дуже плотні, жорсткі, як правило, довгі, і виглядає это, ну, совсем не эстетично, скажем так. Сейчас, слава богу, все идет к натуральной красоте. Часто можно даже не заметить, что ресницы наращены, потому что настолько деликатные материалы, аккуратно выполняется работа, подбирается длина, толщина, объем в зависимости от натуральных ресниц. И какой сделать себе объем и эффект, лучше всего это подскажет мастер, потому что часто могут приходить девушки и показывать фотографии с интернета, с того же Инстаграм, но у каждого свои форма глаза, своя густота ресниц. И здесь главное не навредить. Основное из правил в наращивании – это подчеркнуть достоинство во взгляде клиента и скрыть недостатки, и не навредить. То есть не сделать какой-то мегаобъем на тонкую ресницу, чтобы потом девушка, когда снимет ресницы, будет их лечить и восстанавливать очень долго. Поэтому лучше обратиться к специалисту, который подберет толщину и длину в зависимости от исходного состояния натуральных ресниц. Ну и дослухатися до порад, девчата. Та звертайте увагу, що дослухайтесь до порад майстра, тому що вони не порадять поганого, а вони спеціалісти у цьому розбираються. Дослухайтесь. А скажіть, чи є певний вік для нарощування ресниць? Ну, тобто, скільки повинно бути років людині для того, що вже можна нарощувати вії? Ну, ви знаєте, зараз бувають такі случаї, коли я провожу обучення, і ми іщемо моделі, і дзвонять там дівчатки, ми по телефону не можемо определити, який возраст, приглашаємо, да, на таке час ми підійдемо, но потом, когда
когда я слышу фразу, что «хорошо, я там, наверное, пропущу последний урок и приду к вам на наращивание». И здесь такой момент, я говорю: «Стоп, так, мне нужен звонок от мамы», потому что я понимаю, что уже девушки и со школьной скамьи уже наращивают ресницы. И в таком случае, да, звонят мамы, бывает, и говорят, что «я вас прошу только, чтобы ей было красиво, натурально, эстетично, не мегаобъемы», потому что если уже захотела девушка себе нарастить, то она в любом случае это сделает. Другое дело, она сделает это в студии, где делается качественно, на качественном материале, или по дешевой цене, но это будет по низкому качеству материалу, и где совершенно нет эстетики. Плюс есть такой фактор, что непрофессионализм, он все равно есть, когда мастера обучаются по интернету или вкладывают очень мало денег в свое обучение и, соответственно, делают некачественное наращивание, что приводит вообще к таким ужасающим последствиям. Там теряется до 50% ресниц. Бывали случаи, там, что практически там, процентов 20 оставалось. Поэтому можно смело сказать, что девушки уже со школьной скамьи уже наращивают. Что радует, повторюсь, так это то, что эстетика присутствует, и, как правило, это классическое легкое наращивание. Другими словами, что было более понятно зрителям, это когда одна натуральная ресница фиксируется на одна искусственная, простите, фиксируется на одну натуральную. Поэтому это выглядит очень красиво, нежно и подчеркивает взгляд девушки. Як же порекомендуєте доглядати за такою красою, щоб правильно все було, щоб нічого не випадало? І скільки буде триматися ефект? Ну, випадати воно буде однозначно, тому що существують кілька етапів росту ресниць натуральних, це 4 стадії. І те, що вони випадають, це нормально. За счет цього і робиться корекції, за счет цього робиться нове наращування, тому не стоїть пугатися дівчатам, якщо зробили перший раз, і прийдя домой, і утром умиваясь, вони побачать пару пучків, або пару ресниць на умивальнику, або на подушці, нічого страшного в этом нет. Но самое главное, что нужно делать девушкам для того, чтобы эффект продлился максимально долго, это не мочить первые 24 часа, первые сутки, для того, чтобы клей застыл, вот заполиримизовался, да, другими словами, максимально. Минимум механического воздействия на ресницы, то есть желательно, особенно первые сутки, не тереть, не спать лицом в подушку, не забывать, что реснички наращены уже, и там, не тереть глазки, обязательно умываться. Обязательно, то есть при том, что минимум механического воздействия, но это я говорю, что в повседневной, да, вот в течение дня не стоит их тереть, но умываться, гигиена глаз, это очень важно. Бывают случаи, когда приходят клиенты, которые наращивали не первый раз, ну, допустим, попали в студию нашу впервые, и когда мы даем рекомендации, мы выдаем каждому расчесочку индивидуально, и там прописаны правила ухода за ресницами. И удивляются некоторые, что как не нужно умываться, потому что раньше еще, когда вот 9 лет назад, тогда нежелательно было мочить ресницы. И вы представляете, да, что могло накопиться в межресничке, и как это иногда выглядело, и остатки косметики, и туши, и подводки. Поэтому умываться очень важно. Главное, чтобы это были средства на гелевой основе, пенка для умывания, чтобы это было не жирные, вот не двухфазные умывалки, а чтобы это было вот на гелевой или на водной основе. Не пользоваться кремами именно вот в области ресниц. Если это крем для глаз, то наносить на кожу вокруг глаз, избегая попадания на ресницы. Прочесывать их, следить за ними, то есть сделать укладку не только на волосах, но и на ресницах также. Ось ви казали про корекцію. Скажіть, як часто потрібно її робити? Як правило, опять же, все зависит от скорости роста ресниц, но среднее такое время – это до 3 недель. Для того, чтобы это выглядело эстетично и красиво, раз в 3 недели требуется коррекция. Если это объемы побольше, то есть не одна искусственная на одну натуральную, а 2, 3, иногда бывает 5 и 10 ресниц искусственных на одну натуральную, тогда девушки могут проходить и больше 4 недель, иногда ходят и 5, и это выглядит красиво и симпатично, да, эстетично. Но средний срок – это до 3 недель. Потому что важно же не просто нарастить и доходить до последнего пучка, а мы знаем, что за искусственным следить нужно больше, чем за натуральным. Натуральное – оно всегда красивое, а искусственное, дабы не было видно там коротеньких ресниц, да, или что-то вот искусственное на лице, там, на ногтях, за искусственным нужно следить больше, чем за натуральным. Є такий страх у дівчат, що вії накладні нарощені можуть заважати. Чи це правда? Чи заважають вії?
Ну, первое впечатление у тех девушек, которые нарастили впервые, немножечко есть непривычное такое состояние. Могут говорить, что я их слегка вижу, но, как правило, это в течение первых суток все проходит. Потому что если подбирается все правильно, в зависимости от натуральной ресницы, никакого дискомфорта не будет. Абсолютно. Но здесь очень важна еще техника выполнения работы. Потому что если наращивать ресницы и не соблюдать отступ от века, у клиента будет очень дискомфортное ощущение при любых физиологических потребностях, таких как даже моргнуть, прищуриться, зевнуть, любое действие глазами могут причинять дискомфорт, мало того, еще и покраснение, и, соответственно, может быть еще и припухлость век. Поэтому важна техника в наращивании ресниц. Ось скажіть, які зараз нові тенденції, що пов'язані з віями? Ну, модні тенденції, які зараз популярні або тільки з'явилися? Так, якщо раніше було наращування і були ще такі плойки для ресниць, ще є такі щипці для ресниць, які часто, якими можна травмувати ресниці, тому що коли приходять дівчатки на наращування, то одразу видно, хто користується цими щипцями, хто завиває механічним путем, ресниця, як правило, обламується, і видно, що кончика нет, такі, як пенечки, реснички выглядят. Но бьюти-индустрия не стоит на месте, она шагает уверенными шагами вперед. И сейчас очень много процедур, которые предназначены для натуральных ресниц и уже без наращивания. То есть придать завиток ресницам можно уже с помощью биозавивки, ламинирования ресниц, ботокса ресниц. И это на самом деле очень хорошо, потому что эти процедуры, мне кажется, созданы для меня, потому что я не могу наращивать себе из-за чувствительных глаз. А вот такие процедуры завивают ресницы, придают красивый открытый завиток, открытый взгляд, не требуют дополнительного или особого какого-то ухода, и, можно сказать, даже не требуют коррекции практически. То есть можно либо повторять эту процедуру, либо сделать на один раз, на два. Это уже от выбора и пожелания клиента. Трошки затронули цю тему ламінування. Що це таке? Дуже цікаво мені завжди було. Що це за ламінування? Що, які особливості цієї процедури і скільки тримається ефект? Коли потрібно повторювати? Смотрите, эффект зависит, опять же, таки уже третий раз, наверное, эта фраза звучит у меня, от скорости обновления и роста ресниц. Допустим, кому-то достаточно эффекта до 2 месяцев. То есть, если ресницы не так быстро растут, обновляются, 2 месяца девушка может спокойно пользоваться тушью. Это очень облегчает именно нанесение макияжа. У кого очень плотные ресницы, часто девочки даже не пользуются тушью дополнительно. Поэтому минимум срок – это месяц, и максимум до 2 месяцев девушки могут ходить с этим эффектом. Что это за процедура? Эта процедура предназначена для натуральных ресниц и с помощью специальных составов, которые абсолютно безвредны. Мало того, это еще считается уходовой процедурой за ресницами, потому что составы настолько напитаны полезными компонентами, маслами, минералами, окрашиваются во время процедуры, и используется окислитель, который без аммиака, то есть настолько полезные компоненты, что ресница уплотняется, становится плотнее, здоровее. И самое основное, что клиент получает после этой процедуры, это мало того, что ухоженные ресницы, это еще эстетический эффект. То есть ресницы, у кого прямо растущие, часто бывает вниз растущее направление ресницы. После этой процедуры взгляд открытый, ресницы приподняты, и уже можно забыть о этих щипцах или наносить по 2-3 слоя туши, для того, чтобы их как-то приподнять. Ну и учитывая, если ресницы вниз растущие, то тушь их слишком не приподнимет. То есть от количества слоев туши вряд ли они станут с красивым завитком. Поэтому это действительно находка и такое открытие в бьюти-индустрии, которое уже не первый год на рынке, порядка 3 лет уже эта процедура. А скажіть, що таке ботокс для ВІ? Бо така назва дуже якісь такі странні, дивні відчуття визивають. Іноді буває, коли була біозавівка, ще дівчатки спрашували, а как происходит биозавивка? Это что, каждую ресничку накручивает на бегуте? Потом есть такие смешные случаи за ботокс. А как это происходит? Неужели ресничку чем-то накалывают, да, ботоксом? Ботокс – это непосредственно лечение уже ресниц. Оно подходит для ресниц, которые повреждены после некачественного наращивания. Или если свои ресницы слабые от природы. Или, может быть, были повреждены другим каким-то механическим путем. Поэтому, если ламинирование – это считается уходовой процедурой для ресниц,
ресниц, то ботокс – это уже непосредственно лечение ресниц. Это наполнение ее изнутри, питание полезными такими же компонентами. И, как правило, ботокс без ламинирования не имеет такого эффекта красивого и эстетического, как с ламинированием. Потому что если сделать ботокс на ресницы, которые не поврежденные, предположим, да, вот нормальные среднестатистические ресницы. Если сделать ботокс, то визуально клиент может не заметить разницу. Если посмотреть под микроскопом, то такая ресница, она однозначно будет плотнее в несколько раз, она будет темнее даже без окрашивания. Но визуально девушка может сказать, что как бы не вижу разницы. Поэтому эту процедуру рекомендую часто делать с ламинированием, изначально придать красивый завиток, окрасить ресницы и потом последним этапом укрепить и полечить ботоксом. Так, дівчата, звертайте увагу і піклуйтесь про себе і про свої віки. Будьте з відкритим поглядом цієї весни. Ганно, які рекомендації дасте, як обрати свого майстра? Майстрів дуже багато. На що треба звертати увагу, щоб не потрапити на якогось так, ну, не дуже компетентного майстра? Да, на самом деле сейчас очень много хороших мастеров, и это очень радует, потому что раньше мы собирали эту информацию по крупицам, не было хорошего достойного обучения и не было материалов, то сейчас на рынке очень много качественных материалов, ресниц, клея гипоаллергенные, и важно, что важно, это опыт мастера. Если же опыт даже не велик, но мастер прошел обучение в хорошей достойной школе, где соблюдаются все техники в наращивании ресниц, где соблюдается подбор длины, толщины, завитка ресниц. То есть ценностями такой студии должно быть вот не навредить, подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки. Конечно же, лучше всего смотреть работы, уточнять опыт работы мастера, читать вообще рекомендации от мастера, потому что сейчас соцсети, они на самом деле очень большие помощники в выборе мастера или студии. И смотреть вообще, я думаю, что по почерку и по публикациям видно профессионализм мастера, пусть не вот так вот, да, там технически, но хотя бы видно, что мастер понимает, о чем идет речь, вообще о чем он говорит, и фото, они, конечно же, должны быть работы выполнены эстетически красивыми. Ану, дякуємо дуже за таку приємну та корисну розмову цього ранку. Спасибо, ми нагадуємо, що сьогодні ми мали приємну розмову з майстром з нарощування вій, власницею студії Ганною Кулик.